все готовы к игре, которая живет в сердцах. Мы видим состав хозяев. Радикально атакующая схема. При наличии креативного игрока на позиции ложной девятки, а мы знаем, что это за позиция, мне кажется, это лучший выбор. Смотрим состав Джену. Четверка полузащитников создает необходимую ширину. А у трио в обороне задача, конечно, держать центр. Все готово к игре, которая живет в сердцах. Мы видим состав хозяев. Радикально атакующая схема. При наличии креативного игрока на позиции ложной девятки, а мы знаем, что это за позиция, мне кажется, это лучший выбор. Смотрим состав Джену. Четверка полузащитников создает необходимую ширину. А у трио в обороне задача, конечно, держать центр. Все готово к игре, которая живет в сердцах. Мы видим состав хозяев. Радикально атакующая схема. При наличии креативного игрока на позиции ложной девятки, а мы знаем, что это за позиция, мне кажется, это лучший выбор. Смотрим состав Джену. Четверка полузащитников создает необходимую ширину. А у трио в обороне задача, конечно, держать центр. Все готово к игре, которая живет в сердцах. Мы видим состав хозяев. Радикально атакующая схема. При наличии креативного игрока на позиции ложной девятки, а мы знаем, что это за позиция, мне кажется, это лучший выбор. Смотрим состав Джену. Четверка полузащитников создает необходимую ширину. А у трио в обороне задача, конечно, держать центр. Первый тайм начался. Ромулу. Хильемарк. Мяч перехвачен. Плохо сыграл. Буатен. Не может никак команда зацепиться за мяч, и вот на блюдечке преподнесла его соперник. И разрезающий пас на ход. И можно бить.